Сегодня у нас медиа день, а потом у нас две игры против Тундры, против Shopify Rebellion. Ваше настроение, Ярослав, к медианю? Хорошее. Ваше настроение, Дмитрий, пожалуйста, Дмитрий, пару слов. Не ожидал. А ты что снимаешь? Ручка есть? Да у меня есть. Один дыши. Там уже через камеру Мы так делали единственный раз, если что. И выиграли? В 21 году на Инте. Выиграли? Ну, да, мы там делали, когда уже были топ-4, наверное. Он шел просто такой вперед, такой тоже эту херню увидел, такой оп, написался. Это мага. Надеюсь, что магия сработает. А, у нас вот сегодня медиа-день, а вчера вышел патч ночью. Да, ты видел, да? Пофиксили немножко. Что-то глобально изменили? Нет. Вообще нет? Нет, всем попу. Ярик сказал, что изменили нейтральный крипов немного. Ну, чуть-чуть. И там немножко понерфили. А так это просто буквенно, там просто... Не критично, типа, ну, чуть микронерф. Короче, не сильно повлияет. В целом, думаю, нет. Думаю, это все то же самое будет. То, что мы готовили, все сигны останутся на месте. Эрик, я отпускаю твои руки, короче, у тебя падает рюкзак. Отпускай в небо, чё-то, там еще чё. Наше прошлое лето. А что происходит с Блавнером, привези меня? Я что-то... Блин, не держится. Это уровень. Как я в кадре, Слава? Самый красивый. Ты самый красивый, запомни. I'm going to stand from the front and have like a victory happy pose. Anything you want. Yeah, exactly. And then from the front, we're gonna do like a happy victory pose, whatever. Yeah. Start. Это надолго, Димас, мы сейчас подниматься будем еще 20 раз. Ходите, ребят, я только за. У вас времени еще до хера. Че съебал у тебя? Намазали. Качок. Качок? Вот это добитка. Мы пришли в Player Lounge. Здесь мы пробудем до игры. Это примерно вот 2 часа, 3. Будем ждать, готовиться, настраиваться. Вот парни пока играют в пинг-понг. Ой-ой-ой. Моя вторая. Это Дмитрий Корван, чемпион по настольному теннису своего города. Ладно. По настольному теннису я проебал, если что, и в мире и Илюхи в чемпионате. А если я проиграл тебе, то я вообще лох, да? 3-1. Нет, вообще-то ты... Ну да. Напомни всем, что ты проиграл мне 16-1. Но запомните, главное, не расстраиваться. Да, надо вместо, буллинг терпеть. Ты мне только скажи, я этому, блядь, бородатому из гор просто... Он без бороды. Просто наебашу. Это пока. Я сблю вообще-то. Дай я сниму. Почему ты не играешь, это будет очень много? Меня оставили тут. Да, это вовсе не тиммейт, это уже... Вов, у тебя нет друзей. Кого поддерживаешь больше в это противостояние? Дмитрий. Димона, чтобы побыстрее они закончили, я бы тоже поиграл. Придумайте название вашей команды. Давай. Team Sexy, как он? Team Sexy. Входит вообще эта херня. Гузник. Гузлик. Наша команда называется Гузлик. Маунтия. Да, Маунтия. Так и оставят. Команда Гузлик против команды Маунтия. Поехали. Бля, да я забыл. По-моему, проиграл. Ты мог не ловить, но ты поймал. 1-0. Короче, пока мы ждем игру все равно. Ребята играли в теннис, чтобы быть в фокусе немножко, да? У нас матч через полтора часа примерно. Поэтому компьютеров у нас нет, нам остается только вот либо играть в теннис, либо смотреть матч других команд. Это 8-5. Как тебе игра вообще 2-2? Интересней? Нет. Она смешнее. Опа! Сюда! У нас вот-вот начнется матч, парни пришли получать девайсы, когда? Устраиваться. 5-10. Что это за ковер? Сейчас 16:51. Это мой. 20 минут у парней. За девайсов. Магия. Коврик Телсериас, мышка Хайпер.
Nice. GoPro, GoPro мышка. GoPro. 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 GoPro HyperX. Вау! Вау! Как настроить, Денис? Перед матчем. Хорошо, хочется поиграть. Чем он занимается? Чем он занимается? Мага? Да. Тренируется. Вот, вы можете забивать, проходить тренировки TeamSpirit. Ну-ка. Вот так он учится играть. Две по 20. 4 по 20. Правильно? Да не, ладно, не обязательно. Можно, можно победить. Главное победить. А потом поужинать. Потом поспать. Завтра опять победить. Повторить. А. Win, sleep, eat, repeat. Можно отметить в Макдональдсе, если группу выиграем. Ну это прям праздник. Так, ладно. Илюха, ты где? Илюха тут, но не общается почему-то с нами. У нас какой-то стабильный стандартный винрейт на КВ, он достаточно высокий, он достаточно высокий. А вот эта хуйня у него такой? Он стабильный, ничего не меняется, да? Но при этом наше выступление, по сути, в официальных играх оставляет желать лучшего. И мы сделали вывод, что это отчасти что, у некоторых игроков, наверное, связано с ментальным проблемами. Да, но и, опять же, лично я, просто о том, что у нас есть проблемы с драфтами. В основном с игрой, да, но с драфтами тоже были подтягивания. А каким результатом ты будешь прям доволен? Да. Доволен? Ну, прям, ну, типа. Слушай, ну, okay. топ-3, я буду доволен. Зайти в топ-3, знаешь, выиграть хочется всегда, но если мы зайдем в топ-3, я буду доволен. Ну, все. Это значит, что мы на правильном пути, это значит, что все, что мы делали, это окупилось, да. А вот если мы выиграем, то ты скажешь, что, блядь, я вообще красавчик, буду гордиться собой, ходить и сверкать в части. Playing into reflections, just getting this nullifier, trying to, you know, they just lack single target damage. Skewer back. Yep, instant Hurricane Pike usage. Skeeter is out of danger, and they're going to be able to turn it back over to the Nightstalker as well. Mira, he'll keep him healthier, but that means the tether is not over the Lestrak, so he's completely vulnerable without the buff up. Down goes Lar without a buyback. And now Yatora, he's in some trouble as well. Drag further inside the base, but Poshka, he'll only keep him alive momentarily as Tundra. Looking to close this one out. Last set of barracks, room to be claimed. Spirit, they're going to very much struggle up against the Megas. I mean, it's a 32,000 net worth lead, 34 minutes in. Мы могли вместо Рубика взять Бэйна, вместо Баунара взять ПЛ. Не, они не банили ПЛ, они специально его оставили, потому что у них типа там... Да чё ПЛ, парни, что? Цемпу там, Фангадир ещё, Куэри пикнул. Подстроиться под игру, против Рассела и типа Цемки. Точно надо было типа что-то в общем придумывать. Против Биста, Цемки, против Котла. Получается, ты без Пуржа, Леш без Пуржа, Баунар с Яшей тоже без Пуржа и Рубик без Пуржа. А так мы хотя бы... Пока мы выдали вот эти бутсмальчики, мы хотя бы можем выйти, похилить и еще как-то подраться. Можно было пикнуть типа шторма, но и с Лешей можно было бы сыграть, если просто сыграть по-другому, с нормальным кэрри и с Лотосом. Вообще будет по-другому идти игра, когда мы не будем подбивать сразу, а я смогу похилить. И вот они даже могут же типа убить Дэна. Вот если с него скидывать вот Лотос, я же просто его ночью выиграю на типа 2000 хп, его просто не убьют. А мы потом прыгаем и убиваем их сами. Я ничего не буду говорить. Потому что, Слава, ты снимаешь меня. Почему? Потому что я не актер. Хочешь, научу? Чего? Научу тебя, научу тебя. Актерскому мастерству? Да, смотри, покажи радость. Вот, видишь, удивление. Так у тебя все хорошо. Там больше чего не надо знать. У меня по жизни все хорошо. Все, с минуты на минуту у нас начинается вторая карта. У нас произошла замена тренера. Новый тренер — это Дмитрий Корбан-Белов. Бежим смотреть вторую карту, болеем за ребят и, конечно же, надеемся только на победу. A roll to hold him inside the place, but Collapse, he wants to re-enter the team fight. An instant use of the buyback in a Tundra. It's an all-out retreat, but can they cut their losses as Spirit? They've caught up to the Elkis Mirror. He'll drag him back. Nine's gonna go down, and then in the end, Spirit, what an incredible fight. All they lose is Collapse, and now they'll be able to reap the rewards with that Rose Shop. Surely they'll even get a plus one. It sucks. He couldn't escape. And the telekinesis on forward. I hear a BKB off for the right side. Skeeter. No, he should be able to get the kill, but can he escape? I don't think he's is he not even going to get the kill? Oh, Skeeter, not like this. I mean, 33 is going to be able to camp up here. He's going to get spotted in a second, but CIS seems in the disruptor. They love this hero, Ares. Поздравляю вас с первой группой. Что смотришь? Мне Корбан по секрету сказал, то, что у вас нага была 0 раз на праках. Это правдивая информация? Да. Реально 0 раз? Вы просто типа такие, на мужика выкатили нагу. Ну а что? Ну, да, мы можем сыграть чем угодно, в любой момент. Так что будьте готовы ко всему. Да, ну и Сларку очень сложно играть в эти наги. Типа ты нажимаешь ульт, она нажимает ульт, у тебя ульт не работает просто.
ну, оно отключается. Так вы его еще видели, это вообще прикол, кажется. Так отключается аура, он не хилится, и мы его видим. Но если отключить еще раз ульт, то типа у него будет... Да, да, так и было безумно. Да, к сожалению. Теперь я знаю, что это так работает. Я думаю, полностью отключается. Как тебе вайпер в миду? У меня хороший герой. Понравилось? Да, жаль, только мы не можем запрещил химика. И что-то у него первый спелл дамажит, знаете. Он на первом уровне просто может пачку всю убить, вообще да, без нее хуй делать. На третьем я на самом деле повезло, что он там ошибся, но так-то он, походу, нихуя не могу его закрыть. Ну да, только алхимик. Он просто потом уходит в лес. Алхимик в миде не закрывается. Даже не, он закрыт. Не, морфом можно закрыть. Да не, он морфом тоже не он пойдет в лес фармить. Да на самом деле, чтобы его запрячь, надо просто, чтобы это... Чтобы у тебя ничего не было в команде. Да, в лес пришел и пошел ебашить его. Первая встреча закончилась 1-1. У ребят сейчас небольшой перерыв. 5-7 минут буквально они покушают. И отправятся играть BO2 против Shopify Rebellion. А я, как обычно, иду в лобби для игроков. И для операторов, и для хостов. И буду наблюдать за игрой и болеть за наших парней. They do. Alright, they'll drag him back. Looks like Spirit gonna be able to add another kill, and probably with everyone nearby, they'll also get the T1 tower. In fact, Crit, he's been caught out. He's gonna be able to blow up the Shadow Demon. Arteezy's back here as well. A beautiful double stun. Turns for the God Strength, but the kinetic field holds him in place. That's a huge life boundless. Hit? Yotoro gets all the life. Well, Yotoro, they see him. Okay, he's had enough time to act. He's just going down. Look at the damage from Arvid. All the right clicks thanks to the DD. If they got the detection though, Yotoro able to slip away into the tree line, jump. And now once again with the ultimates all on cooldown, Arteezy is just going to go for the throne. With the BKB and the God Strength activated, there's nothing they can do to pull his attention away from the buildings, is there? The основной момент это внизу, когда мы умерли втроем за... Когда мы за дубом, да. За дубом и втроем умерли, вот это важно. Второе важно, когда мы шторма не смогли убить. Не знаю, либо могли мы что-то там нужно нажать, либо что-то еще. Вот это тоже важно. А третье — это на Рошане кто-то. Вот это три момента все, вот эти все миллионы. Вот когда ты говоришь под аванпостом на Рошане, топе? Там две траки было. Порталом. Под порталом. В первом Рошане. Мы стоим на портале, а там просто обсудник стоит. Мы стоим на... Прибежали, на скорость прибежали. Минки взорвались. Да. Дум выдержал. Мы секунды три постояли, потом только опс оставили. И через секунды две на нас напали. Мы даже в центре не ставили, а там просто опс был. Надо как-то чекать это. Но начало игры, они просто гораздо лучше в доту в начале сыграли. Вот то, что СФ убили первый раз, пофиг. Но то, что его будут без ТП убивать, вот это, ну, читается, что ли? Еще момент был, блин, а зачем ты Илюха Лену поставил, когда мы Т3 ломали? Вот там потом была драка, вот ты ставишь Алену, я уже говорил, типа, тебе вообще не надо Алену ставить, когда мы Бараки ломали. Потому что... Короче, там был дисплейл, хотел... с СФ таверни, даже если он забавится, вот тогда с тебя нападает шторм, единственное, как кто-нибудь напасть, но если тебя попрячет, и нажмешь там все свои кнопки. Я, короче, хотел просто на вижн дать, и я видел, что вот там 2-2 стоит, и типа мы только один сайт можем забрать. Как настрой, мага, перед второй картой? Не понял, на роворде такой. Неприятно, да? Не то, чтобы неприятно, как бы, ты надеешься больше на команду. Exactly with the Slarkers. They're going to make the attempt onto Arvid, but the Mystic Flare laid down. Arvid's going to get blown up. So no Lesh for a lot of their damage. Collapse finds an angle into the middle. RP onto two, but Yotora's on the outskirts, so the Slark's not getting full use out of the ultimate. Finally, he's going to find an angle to pounce in, and well, this is the team fight that Spirit have been waiting for. Three go down. They're coming out. Arteezy. Yeah, they got great timing with the Ghost Scepter. BKB's going to be activated. He'll turn to Collapse over on the right side, but Arteezy just doesn't have enough damage. And as soon as the PA is killed off, the team fight is just in shambles afterwards. Sableye tries to TP out, but it'll be stopped short. And that's going to be a dieback for him. And everyone else is chased further and further inside their own territory. It's time for Team Spirit to pillage the base. And... Ребята, сейчас я с вами поделюсь первыми эмоциями после победы с командой. И показываешь команду. Закончили встречу с Shopify Rebellion 1-1. Согласен ли ты с утверждением за сегодняшний день? Не идеально, но, в принципе, и не паршиво. Ну, блин, конечно, 1-3-0-4, конечно, было бы хуже. Ну, вот. Соперники были у нас неплохие, наверное, 2-2, для начала окей, но всегда такое предчувствие, что вот можно было... Можно было лучше, да. Ну да, да. Плохо сыграли. Ну, на самом деле, могли 2 наши выиграть. Просто первые была... Сонные были. Сонные. Да? Неразыгранные. Да нет, да. Просто, на самом деле, как мне кажется, мы очень много сидели в лобби, то есть 4 часа. Конечно, мы там играли в пинг-понг, вся история, но anyway, это, наверное, как-то роляет.
тратили энергию все на пинг-понг. Не знаю, но это личное мое мнение, оно может быть, конечно же, ошибочным. Дмитрий, ты, вы как думаете? Зарешало ли то, что мы 5 часов сидели просто в лобби и... Зарешало то, что мы сегодня встали рано. Я думаю, Ярослав спал бы точно больше. Вот, вот это зарешало, что не успели выспаться. Ну, не сильно это зарешало, я думаю. То есть то, что долго сидели, ждали, не могли вернуться, это тоже плохо. Это провисание, ну, вот, прям, да. Серьезное провисание. Так бы мы здесь были час как раз. А так мы сидели бы почти 4 часа. Не почти, а 4. На самом деле вы хорошо сыграли с Мирой. Вот то, что вы бегали, очень много прессеров сделали. Мы не смогли только поймать, это вообще пиздец. Мы много разминулись там. Вот вы к лесу под Т2 зашли, она буквально 2-3 секунды назад там вот прошла кем зафармил, ты пришел кем пустой, и она там... Да это пиздец, я пытался... На самом деле, типа, это мы на, ну, так сказать, еще очень плохо, наши мапы, типа, знаем, мы где-то в лесу, вот думали, вот как, ну, в общем, быстрее бежать, типа, по низу, вот, или между вышек, и мы такие чуть-чуть, как, типа, там замешкались на секунду-две, когда перешел. Понятно, что справа пришли, она ровно в этот момент уже тот выфармил их, вышел, ну, там вообще не хватало. Там была и, типа, руна, и килл ее просто, типа, там суперфришный, очень много мы это могли взять. Мы вернулись в отель, день был довольно долгий. Завтра у нас похожее расписание, не будет только медиа дня, и парни смогут выспаться. Подъем у них в 12, они кушают, играют пару пабликов, и мы выезжаем на арену к 3 часам дня. Завтра нас ожидают такие оппоненты, как OG и IG. Приехали на арену, сейчас уже 3 часа дня, вот мы с Ярославом. Сегодня у нас OG и IG. Первая игра через 30 минут нас стартует. Пару слов про их. У них две замены, как известно. Вчера они весьма показали неплохой уровень, но при этом играли не с такими, может быть, сильными командами. Ну, да. Это еще все непонятно, первый день, все дела. Да что сказать? Ну, может, вы Праки против них играли, нет? Вот нет, недавно нет, там. Нет, нет, не играли мы никакие клавары с ними. Как твой день прошел? Ой, супер, проснулся, улыбнулся, позавтракал. Вот, приехал на арену сейчас с друзьями своими лучшими. Вот. А теперь правду, ну, плакал, да, всю ночь. Нет. Ты сидишь, когда приходишь, они плачешь в углу. Почему? Нет. Нет, я самый счастливый. Люди так делают. Я самый счастливый человек на планете, потому что я рядом с вами. Как вам лезу? Идем на сетап. Сетапимся, у нас матч минут через 20-15. О, я поймаю сейчас нашего тренера. Наши игроки не так много сказали про OG. А что говорить? Нечего говорить? Двукратный чемпион интернешнл всегда дожидаешь сложной игры. Ну, там две замены у них. Как так, это? Так а что вот сказать? Ну, смотри, мы смотрел же их игры, правильно? Да, они 4-0 победили. 4-0 победили. Видно, что играют, получается. Ну, для нас тут, в принципе, все равно. У нас, в принципе, когда были простые игры, вот вспомни. Ну, никогда. Я такого, в принципе, не помню. Даже, допустим, если мы где-то номинальных фаворитов с кем-то идем, я не про сегодня. У нас, ну, да, всегда игры непростые, поэтому... Поэтому опять ожидаем непростой игры? Но верится же в 2-0, нет? Мага вот сказал мне без камеры по секрету, то, что он... 2-0, но он же не сказал, в чью пользу. Ладно. Да нет, мы-то можем... Но это удобно для вас, соперник, вообще? Мы вроде как у любой команды можем выиграть. Проблема в том, что проиграть-то мы тоже можем. Вроде как любой команде, в этом загвоздка. Все, перемещаемся уже в сетап и будем наблюдать за нашими ребятами. Давай его поставим. С победой вас, Сергей. 1-1, Сергей. Но я единственный покойник, который пишет со всех аккаунтов, что ты красавчик. Ты тоже пишешь? У нас уже двое, прикинь. Я всегда пишу, блин, какой у вас красивый ведущий. Типа, вау, блин, вам так повезло. Вам так реально повезло, что он красивый. Он же был в прошлом проигрок. Че он тут забыл? Это артист, я его помню. Скажу, короче, я в Вольт, когда я был еще в Сербии. Так. Заказываю, короче, себе суши. Так. И там перевод такой корявый, немного. Жизненно необходимые креветки. Так? Ты заказал их? Да. Потому что они же не... Эй, правильно. Йо. Hello, guys. Hello? Yeah. Do you want to say something? He does. You? No? No, I don't want to say anything. Okay. Не хотят они общаться. Идем с Магой в курилку. Вот. Инвиз врубил. Висел паук на паутине, вот так просто. Это намек. Все, укусил. Вот смысл интересный. Давай тебе бруду, я соберу. Грифсы пайп. Он такой, я буду им плачить себе КП. With overwhelming odds already at level 2 on a 15-second cooldown and Mira just spamming sticky bombs, oh, Kitrak ends up dying. Look at this damage. It's insane. A double kill for Mira. That's techies right there, Fuse. Can they find any good dual target? They find it on to the Caudill. He's going to die.
Now the rest of these heroes, Mira, good disarm, but the Hex is there. Laurel jumps in, wants to save his buddy, but the Echo is there for the turn. На самом деле, Чен слишком плохой против Пуэлла. Если бы у нас была пик с какой-то ЦМП и там Шейкер на тройку, Дарксир еще счет, но у нас просто... На самом деле, у нас просто баны, которые сзади плохие, мы там вообще какое-то говно набанили. For the kill. Well, Collapse is taking this tower. Do you really want to do this, BZM? Oh my god, BZM, no! That's not what they wanted. Now MC, he's gonna pop the Epicenter. Does he have enough damage? It doesn't quite look like it. Yaraki shows up after Epicenter, which was stolen by the Rubick. Now Taiga shows up. He doesn't have mana for Egg. He didn't even have Egg available. He can still hit creeps very well. That's for dang sure. As it looks like they're going to attempt to take this fight. Laurel jumps in. BZM, he's in a good position, very far away from everybody else. Taiga throws out that Sunray, keeping Yoragi alive. And that Supernova in a really weird position. Oh, bro, straight through for the save. Oh, it was so close. MC almost made the ultimate save. Portal, Collapse comes back through it. Now he's got damage reduction. They turn onto Taiga, find that kill. Broken on Solark, killed on Edge. The buybacks galore, but the Hex is there. They have an E-Blade to try and keep Tinker alive, but there will be no escape. Вот там был момент, мы вроде их убили под Т2, у тебя осталось... А, да, да, меня Тауэр просто хуярил. У тебя 250 хп осталось. Да, я знаю, Айрат, но меня Тауэр хуярил, меня пока Тауэр хуярил, я типа этого не заметил. У тебя и так было мало. И вот ты нажимаешь фантау, летишь на льду, а там сам тебе дают стан один удар и просто убивают. Ну да, я понимаю, но я ошибся просто. Нахуя? Нахуя умер? Хайло, первую игру фидели все. Я? Я вообще не фидел. Смотри, у меня сколько смертей. Закончили первую игру против OG со счетом 1-1. Сейчас парни идут кушать, у них минут 15-20, и быстренько бегут настраиваться и готовиться к игре против Invictus Gaming. It's stun coming from the Centaur, but now this BKB is out. Emo's dead. All right, I was wrong. Emo is not gonna be able to come online in this game. Dust is gonna die, getting dove under his tier. Oh man. Well, Zhang Yu in some trouble, but PYW, the good ulti down, trying to burn through these heroes. Laurel in some trouble. Emo there does turn into the Sobra thing. And look at this. This damage is out. Oh, can they find anybody else? They drop down the boat. It's not quite going to be enough there. Now Collapse finds the Doom immediately onto Kunkka. Yadaro beating into him too. He's muted. He is gone. У них нет там БКБ, у них нет там БКБ Кунки, они же не могут там драться. Да, они же могут даже вот напасть не на тебя. Мы вели 8 тысяч, сдохли 6, там. Мира говорит, мы заигрались, но, честно, мы со всеми как будто заигрываемся так. А, да, это, наверное, я просто переоценил свои возможности. Hero to the absolute limit to get that kill. Nice connection here. They find Emo again and Collapse at, what, 5% HP, secures the kill with the Pulverize. Maybe they thought he went home, but Collapse is not going home. He has a Perseverance and a Dream, and now he's got an Octarine Core. Why this item? I mean, spell life. Oh, no, no, the cooldown reduction, right? Surely, it's good. I don't know. How do you build this again? It requires Perseverance, Soul Booster, Recipe. Goodbye. Прямое включение с плеер лаунжа. Смотрим игру. 17 минута, ведем 18-8. Дмитрий, ваши предикты. Наш предиктор и победа Team Spirit. Что мы сделали лучше в этой игре, чем Invictus Gaming? Да, 2,5 года назад мы приняли на работу Айрата Сайлент-Газива, и поэтому мы это сделали лучше, чем Invictus Gaming. Спасибо большое. Ну вот я сейчас смотрю, у меня такое ощущение, что там условно в СНГ команды, ну вот, допустим, Амбуф, ну сильнее, чем они. И по драфтам, говоря, и по всему. И другие. You still need to make up in this game, though. One little kill there with the buyback isn't going to help you too much as you're also losing your own dying in the middle lane. Let's see who else might go down with. Bleh. Got him. Looks like PYW. Links away from the Remnant. Emo, he is found. They throw out the silence. Blood right. Now catching Emo. Oh, Blink chasing, wanting to go Sonic Wave dead. Triple kill for Yadaro. Pushback, unable to make anything happen. Actually whiffs both heroes with the ulti from Laurel. Can they take down Collapse, trying to bring him in? Onslaught, get away, and
dead on Zhongyu. He dies, dust dies. Одержим победу против Invictus Gaming. 2-0 у нас. На этом наш игровой день заканчивается. Сейчас отправляемся в отель. Что будем делать, Ярослав? Покушаем, а потом? Да не отдыхать пойдем. Пиво немецкое пить. Готовимся к следующей игре. Best Coast. Она завтра. У нас завтра короткий день. Всего одна игра. Поэтому спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, да? Ну, лайк и тап-тап. По настроению.